Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. А, это письмо от Синки. А телепузика? Ну, в общем, у меня 3 старших брата. Старшего я зову Тинки, среднего Минки, а самого младшего Ляля. Ненормальная семейка. Чё? Что-то не так? Младший брат Ляля собирается жениться. Ой, свадьба, свадьба пела и плясала. А его невеста дворянка, правильно? Женится на дочке семьи Брэкет? Чё? Паулине. Чё-чё-чё-чё-чё, блин, нахер! С возвращением тебя! Ну что, как твоя работа охотником? Да чтоб вас кролики сожрали. Вам еще не наскучило постоянно мою семью использовать? Конечно нет. Я же не просто так вас держу, я злобный персонаж. Так вот какой он родной город Паулины. Мы как будто в Норильск попали. Все прям как Лени нам и говорила. С момента, как у торговой компании сменился глава, город начал резко меняться. Там теперь прям как в Рашке. Может, помешаем Паулине выскочить замуж раньше нас, красивых? Я за. Так точно. Отлично, мои ангелы Чарли. Начинаем сбор информации. Приветик вам, сексуальные клюшечки. Вы что, первый день в городе? А если денежек нет, мы возьмем плату натуры. Новые гопники на наши жопчики. Слушайте, как-то неловко этим заниматься у всех на глазах. Отойдем в темный уголок. Нам очень жаль! И если вы нам честно все расскажете, я не буду вас пинать по печенкам и по яйцам. Нужно продумать каждый шаг. А, продумать, значит. Ну. Фу! А если нас не узнают, то все будет нормально, да? Ну да. Ну тогда оставьте все на меня. Я жопкой чувствую, какой-то суперупоротый выпад со стороны госпожи Майл. Что вы такое несете? Кто вы вообще такие? Мы — само правосудие. Мы — алые. Фонтаны крови. Совсем сдурела. Да ты нас чуть не свалила. Простите, я случайно. Надеюсь, они тупенькие. Алые фонтаны крови. Что за устрашающее название? Слава боже, они как пробки. Я прав, Мэвис. Ёпть. Вообще-то я спелая садовая маска, утренняя лиловая. Отца таким не обманешь. Ну нахер. Он смог узнать ее в моей суперидеальной маскировке. Вот каковы семейные узы. Девочки, вы не Леди Баг, вас сразу спалят. У вас что, Майл головного мозга? Шустрый, а твой папа не слишком силен? Он всегда бился в самых первых рядах. В этой штуке труднее двигаться, чем я думала. И маска обзор закрывает. Ну вот, продолжаем. Чего? Остановили меня? Ладно, тогда я еще больше ускорюсь. Так и думал, ты необычная девочка. Гном, полукровка. Чё? Вообще-то я самая обычная девочка-человек, а ты еще и расист. Не звезди! Это правда! Слушай, Мэвис, твой папочка бежит за нами весь в слезах и соплях. Да они даже плачут одинаково, да? Извозчик, прибавьте ко скорости. Подожди! Ну ты, сучка, тебе его что, ни капельки не жалко, что ли, было? Ну вот и серия обкончунькалась прямо на лицо. Ты что, обалдел, что ли? А ну-ка иди отсюда, у нас тут детское аниме. А я, наконец-то, своей ногой достиг задницы Ору. Если что, это не про фудфистинг. Ля, ты что, обалдел? Сука! Сука!